Здравствуйте, ребятки, с вами Курасан. Курасанчик, как хотите так называйте. Сегодня вам покажу бой на мастера. Поехали. Не прям топовый, конечно. Ой, ну все, как бы, да? То есть, он все-таки приличный. Ник у игрока нугло в танке. Он мне уже не один реплей скинул. Очень сильно старался попасть в это видео, на самом деле. Маленько подправлял, мне неудобно было. Камеру убирал. Так, зрители лишним были, извините. Хочу запустить рубрику на мастеров. Стоповым уроном. Потом пробивает 54-ку. Заезжает на центр, получается. От стандартной позиции играет. Ну, в принципе, здесь очень хорошо играется. И со 7-го тут пытается выцеливать, ничего у него не получается. И думаю, наверное, будет по 75-му настреливать. Не пробивает. К нему откидывает. Як-тигр получается, да? Да, як-тигр, скорее всего, откидывает. Осторожничает у нас наш нублов танки игрок. Ник, конечно, такой превосходный. Хочет отстрелять по объекту, у него не получается. Мешает ему 103-й. Ис тут вкатывает, короче, получается, хочет тычку дать. У него это получается, но наш герой тоже в ответ ему настрел делает. Лучше бы, конечно, целый барабан ему настрелять, но... Тут пытается добить 54-го. Расходно получается. Опять же заезжает на гору. Не получается, да? Не получается. Скатывает вниз на Е75-го. Думаю, весь барабан будет заряжать. Первый заходит удачно. Не знаю, почему он не продолжает дальше. Не хочет получить тычку, я так понимаю. Хочет по ИСУ-7-го откинуть. Тут будет по ИСУ-7-го, но он не пробивает. Вторую тычку заходит. Третью паяк тигру хочет откидать, я так понимаю. Не заходит, не заходит. Тем временем у нас счет 2-2. Будет откидывать по ИСУ-7. Да, у меня удачно получается. Сейчас на каточек, скорее всего, еще раз посадит его. Нет, на каточек он его не садит. Тут его стопит. Японец 9 уровня. Тайп 61 получает тычку от ССМО, тем временем у него уже 2500 урона и остается 565 хэдпоинтов. Это очень мало на самом деле. Пытаются они тут с японцем с СТшкой разобрать ССМО. Неудачно у них как-то получается. Мог, конечно, подождать, пока у него дозарядится второй снаряд. И уже бы забрали бы, да, забрали бы они уже его. Но он это, конечно, не делает. Опыта в этом, я так понимаю, нету, либо просто нервничает. Скорее всего, наверное, нервничает. В итоге добивает ИСа 7-го. Тем временем 3500 урона. Якобы сильно заходит с тыла. Сзади заказывает. Наглую просто. Так, тем временем счет 3-3. Откидывать сейчас будет по объекту, по-моему, первый снаряд заходит удачно. Второй снаряд тоже заходит удачно, и третьим он должен его добирать. Скорее всего, он его добирает, да, он добирает, сзади у него як-тигр. Заходит прям в жопу. Опасный момент, опасный. Як-тигр не попадает, но там ясен фиг не получилось бы. Так, счет у нас 5-4 получается, осталось двое противников. Сейчас они будут разводить як тигра. Тайп его сейчас будет отвлекать, и он будет спокойно кидывать сзади. Первый снаряд заходит. Ну, в принципе, я думаю, все снаряды залетят у него. Тут можно было подождать зарядку. Ну, в принципе, ничего страшного. 5500. Тем временем у нас урон добирает ВТА у як тигра и остается последний противник. Ничего, конечно, прям сверхъестественного, здесь эпичного нету. Кроме как ему в некоторых моментах только повезло, что як-тигр его просто не убивает. А так, в принципе, ну, 6000, я думаю, он должен откидать. То есть, бой я не смотрел, его не смотрел, смотрю вместе с вами. 5800, 6200, 6500. Ну и, наверное, он уже не успеет, или успеет он еще тычку дать. Успевает он тычку еще дать? Боится, боится то, что его заберут, его контролируют ВК, но тем заберет, скорее всего, японец. СТ-шка. Да. Я бы забрал 4-й фраг, было бы намного получше. Ну, 6К, 6500К получается у него. Это довольно превосходный результат.
Да, есть бои получше, есть бои по 9000, то есть и выше, и по 8, то есть, да. Но за мастера 6500 это уверенный мастер, прям твердый мастер, такой выше среднего. То есть человек хотел сильно попасть в видео, я ему это организовал. В принципе, запускаю, наверное, рубрику мастеров, буду чаще это видео выпускать. Только мне от вас нужны реплеи, ребята. Реплей и поддержка в плане подписки, кто новый заходит на канал, и лайка с комментарием, чтобы я знал точно, нужны вам такие видосики или нет. Но я думаю, скорее всего, вам нужна такая рубрика. И еще скоро будет розыгрыш. Розыгрыш я делаю в следующем видео на 1000 подписчиков. Ну, то есть я там все опишу, как будет. Да? И еще есть одна идея по поводу игры. Игры в тренировочных боях за голду. То есть это я все попозже вам объясню. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, комментируем и все остальное. Удачи вам, ребят.